Степанов шайбой. Росек. 1-0 становится счет. Не стал ничего придумывать Александр Степанов. Выкатился на пятачок и тут же бросил в ближний угол. И где-то там шайба нашла лазейку, чтобы влететь в сетку. 3,5 минуты ровно оставалось играть командам в первом периоде, когда «Северсталь» наконец прервала эту голевую засуху свою, длившуюся больше 5 периодов. Почти 6 периодов, с учетом вертайма, и больше 6 игрового времени. Но, наконец-то, удалось забить с игры. И Александр Степанов забрасывает свою 6-ю шайбу в этом чемпионате. 12 очков становится в его активе. 6 заброшенных шайб и 6 голевых передач. Тут видите, как Степанов выкатился и точно бросил. Цветков там 2 хоккеистов «Спартака» собрал возле себя. За счет этого получил время Александр Степанов на то, чтобы оглядеться. Кетов с шайбой. Есть время на розыгрыш лишнего еще. Времени достаточно. Кронвал. Бросок поворотом. И гол! Неожиданный рикошет от кого-то из стоящих на пятачке, шайба в воротах. Немножко курьезный получился гол, но, как говорится, гол есть гол. 2-0. «Северсталь» реализовала численное преимущество. Наказала за нарушение правил капитана москвичей Макарова. Посмотрим, на чей счет запишут эту шайбу. Кронов бросает. Столярова. Столярова попала шайба, похоже. И оказалась в воротах. Ой-ой-ой, какой рикошет и шайба в воротах Кошечкина. Да, сегодня на 0 не удастся сыграть. А Василию уже не удалось. Бодров бросал от синей линии. Кого-то там шайба попала по пути и нырнула в правый от Кошечкина угол ворот. 1-2. Приободрился спартаковский сектор. Сейчас он возле ворот Ивана Касутина находится. Счет становится 2-1. Вот еще раз повтор этого эпизода. Да, на Бодрова записана эта шайба. Там Комаристый боролся, но шайба кого-то задела. Это совершенно точно по пути. И изменила направление полета. Ну, а Бодров, получается, 4-ю шайбу свою забросил. Он теперь лучший бомбардир среди защитников «Спартака». 14 очков в его активе. Момент на усмотрение судей был. Могли и выписать. Вот момент, гол! Нурдинов забрасывает 3-ю шайбу в ворота «Спартака». Не уследили за ним на пятачке. И счет становится 3-1. Ну вот, в большинстве никак «Северсталь» не могла забить, как только составы уравнялись. Нурдинов становится автором очередной заброшенной шайбы. Это 8-й гол, кстати говоря, Руслана Нурдинова в этом чемпионате. Смотрим повтор. Пас из-за ворот и бросок. Фактически не глядя делал передачу эту, стоя спиной к воротам, Александр Степанов. Ну, еще один балл за результативность Степанов заработал в этом эпизоде. Семь минут и 27 секунд. Остается играть командам в третьем периоде. 3-1. Впереди «Северсталь». Стефан Ружечка будет исполнять этот штрафной бросок. Тоже Василий Кошечкин сам заработал. Посмотрим. Бросок, гол! Записывает свой актив в гол Ружечка. Подсластил, так сказать, горку пилюлю. Ну что-то никто не спешит возвращаться на лед. Два становится счет. С чем связана пауза? Ни спартаковцы, ни череповчане не собираются выходить на лед пока.